Местные жители хоть и стараются Ощеринский пруд содержать в чистоте, но за зиму вокруг накапливается немало мусора. Благо, инициативы и желания достаточно, чтобы, сплотившись, выходить на уборку. Субботник в поселке Развилка объединил десятки неравнодушных людей. Это нужно для того, чтобы очистить нашу природу. И я думаю, что затратить на это силы, я думаю, что не жалко. Вместе с жителями к уборке присоединились муниципальные коммунальные службы и представители местного территориального отдела. Общими усилиями удалось вывести более 20 кубов мусора. Спасибо. Хочу сказать всем, кто принимает участие. Территория эта действительно пользуется популярностью у наших жителей. Здесь много гуляет мам с детьми, здесь много детишек играется вблизи пруда, поэтому мы ее приводим в порядок в первую очередь. Также я хочу сказать, что мы продолжаем это еженедельно. В следующую субботу у нас субботник запланирован в лесном массиве, вход со стороны отдела полиции. Поэтому, пользуясь случаем, я приглашаю всех наших жителей принять участие. Антон Плагидов на субботник пришел с друзьями. Говорит, молодежи ничего не стоит поработать граблями. Вооружившись музыкальной колонкой, под веселые песни и в хорошем настроении, с задачей справились быстро. Скоро май. Чуть-чуть нам осталось, и день туда. Тот же самый. Но и, в принципе, хочется, чтобы видеть свои прекрасные места, свои достопримечательности в чистом виде. Большинство субботников уже прошли. Округ расцветает на глазах, но месячник благоустройства все еще продолжается. С адресами и датами можно ознакомиться на сайте администрации. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.